Письмо 148. Каким было глубочайшее прозрение Олдоса Хаксли, в чем великая сила банальностей и почему нужно любить врагов наших? Олдос Хаксли снискал себе мировую славу в качестве автора антиутопии «О дивный новый мир». Масштаб его деятельности, однако, многократно превосходил роль писателя фантастических романов. На самом деле Хаксли мало заботила общественная жизнь, сценарии далекого будущего и всякого рода утопии и антиутопии. Главным его устремлением было выяснить, как можно добиться радикальных перемен в человеческом сознании, как распахнуть двери восприятия и очистить его от иллюзий как освободить ум от злобы и невежества, как научиться управлять своими привычками и потребностями, эмоциями и желаниями. В поисках ответов на эти вопросы Хаксли обращался к физике и нейробиологии, истории и религиоведению, западной философии и психологии. Более всего, однако, его тянуло к духовным учениям Востока. Почти всю свою жизнь он изучал буддизм, практиковал медитацию и писал об этом многочисленные работы. Исследования Хаксли не были праздным любопытством. Он пережил две мировые войны и хорошо знал всю предшествующую им человеческую историю, насквозь пропитанную насилием, кровью и болью. Он ясно видел черноту, клубящуюся в человеческих головах. Более того, Хаксли предвидел и те новые опасности, которые ждут нас в будущем. Неконтролируемое технологическое развитие, без сопутствующего ему личностного развития, может привести лишь к катастрофе и уничтожению самой сущности человеческого. Хаксли неутомимо искал способы очищения и трансформации сознания, поскольку понимал, что более важных задач просто не существует. Он был готов прибегнуть к любому средству, лишь бы это принесло искомые плоды. В 1950-х годах все больше интерес среди ученых, врачей и всякого рода искателей правды стали вызывать психоделики. Они еще не были запрещены законом и активно использовались в научно-исследовательских центрах. В больницах и в частной практике. Хотя сейчас нам известно о целом ряде опасностей при употреблении мощных психоактивных веществ и об их ограничениях, в то время на них возлагались преувеличенные надежды: царил ажиотаж, и многие верили, что психоделики совершенно безопасны и безвозмездно подарят любому желающему уникальные прозрения, а то и помогут в исцелении умов и тел. Неудивительно, что Хаксли решил попытать свою удачу и здесь. В конце концов, он уже долгое время интересовался измененными состояниями сознания, мистическими и религиозными переживаниями и духовными учениями. Психоделики казались ему возможностью проскользнуть в эти состояния через черный ход. Таким образом, Хаксли стал одним из пионеров в экспериментах с мискалином, ЛСД и некоторыми похожими соединениями. В 1954 году он написал эссе «Двери восприятия», в котором описал собственный опыт приема мискалина. Эта работа стала культовой и оказала огромное влияние на умы последующих поколений, как и его второе эссе о психоделиках под названием «Рай и ад». В последние годы жизни Хаксли боролся с раком гортани. 22 ноября 1963 года, лежа в своей кровати и уже не в состоянии говорить, он передал жене Лауре Коряво составленную записку. На ней было написано ⁇ ЛСД 100 мг внутримышечно ⁇ В 11.20 супруга сделала ему укол, а часом позже ввела вторую дозу. В 17.20 Хаксли умер в возрасте 69 лет, находясь под воздействием приличной дозы ЛСД. Одним словом, Хаксли через многое прошел. Он обладал блестящим умом и образованием, он многое видел, многое продумал и многое пережил. Он общался с умнейшими людьми своего времени и посвятил всю свою жизнь изучению трудов самых выдающихся мыслителей в человеческой истории. Он практиковал медитацию и долгие годы экспериментировал с психоактивными веществами. Он испробовал все, что только мог отыскать. Мы вполне можем ожидать от человека столь большого таланта и столь насыщенного жизненного опыта некоего драгоценного жизненного откровения. И Хаксли действительно оставил нам такое откровение. На склоне лет Олдеса Хаксли спросили, что главное он понял по итогу изучения философских систем, мистических и духовных учений и многократного приема психоделиков. Он ответил: Я уложусь в четыре слова. Постарайтесь быть немного добрее. Эта же мысль вошла в одну из его работ. Там она сформулирована следующим образом. Немного неловко всю свою жизнь заниматься проблемами человеческого существования и под конец обнаружить, что тебе нечего предложить в качестве совета, кроме как постарайтесь быть немного добрее. Для ограниченного ума этот совет звучит поверхностно. Это возмутительная банальность. Мы ждали от умудренного жизнью Хаксли чего-то по-настоящему глубокого и сокровенного, но нас опять провели. Услышав очередную банальность, хочется оскалить зубы, сплюнуть, почувствовать свою важность, сбросить ее со счетов и двинуться дальше. Проницательный ум, однако, способен проявить терпение, и увидеть, что в таких банальностях сокрыт целый океан смысла с его неисчерпаемыми темными глубинами. Многие важнейшие истины в нашей жизни есть клад, который спрятан у всех на виду, и это одна из таких истин. Дурак легкомысленно проходит мимо этого клада. Он думает, что сундук бутафорский, покрыт позолотой, а камни в нем поддельные, он рассуждает так, разве что-то ценное выставили бы на всеобщее обозрение. Дурак видел этот сундук уже тысячу раз и успел от этого зрелища порядком устать. Лишь с приростом мудрости мы понимаем, что клад настоящий. Эта банальность сделана из чистого золота, и все самоцветы в ней подлинные. Когда мы в заправду открываем ее для себя, то оказывается, что внутри сокрыты несметные сокровища. Любовь к врагам нашим. Здесь мы пробуем шаг за шагом пройти путь к некоторым из величайших банальностей, которые были известны как Хаксли, так и многим другим. Эти повторяющиеся истины должны уравновесить тот повторяющийся шум лжи, что мы постоянно слышим вокруг. И когда мы доберемся до этих банальностей, нам предстоит погрузиться в них и еще долго концентрическими кругами, пикировать до их последних глубин. Кто ждет от духовных поисков чего-то неслыханного, тот непременно станет жертвой шарлатанов. Они всегда готовы предложить нам нечто труднодоступное, сокрытое, эзотерическое и наделяющее нас способностями супергероев. Нравится нам то или нет, но духовная истина довольно банальна, по крайней мере, на своей поверхности. И одна из таких неисчерпаемых банальностей есть всенаправленность подлинной любви. Любовь мета, безусловно то есть не зависит в своем бытии от того, достигаем ли мы неких результатов или же нет, симпатичен нам кто-то или же нет. Любовь есть просто наш способ быть. И если любовь тотальна, то сам собой напрашивается один неудобный вывод. Если мы хотим вкусить побольше энергии метта, которая так заманчиво здесь расписывается, нам придется полюбить нелюбимое. Несимпатичная и даже ненавистная. Нам придется полюбить врагов наших, как учили и Христос, и Будда, и все великие духовные наставники. Но зачем их любить? Нужно ли нам это? Подобные вопросы здесь более неуместны. Если горит огонь, то возникает тепло и совершенно независимо от того, нужно это кому-либо или нет. Нам просто не получить горение без выделения тепла. В равной мере, когда мы устраняем в себе невежество, жажду и агрессию, в нас освобождается всенаправленная любовь. Это неизбежное проявление ее сущности, как жар, идущий от огня. Иначе просто не выйдет. Пока в нас сохраняется много цепления, нам следует помочь Метта освободиться из пут устоявшихся привычек. Ее необходимо культивировать силами дисциплины ума и за счет развития понимания. Будда говорил об этом так. «Даже если разбойники стали бы с ожесточением резать вас на части двуручной пилой, отрезая конечность за конечностью, тот из вас, кто из-за этого впустил бы в свой ум злобу, не следовал бы моему учению. Даже в таком случае вы должны учить себя следующим образом. Наши умы останутся не затронуты этим влиянием, и мы не произнесем злых слов мы будем исполнены сострадания, любящей доброты, метта и свободны от затаенной ненависти. Мы направим на них свой ум, наполненный любящей добротой. Начав с них, мы затем направим на весь окружающий мир свой ум, наполненный любящей добротой, обильный, просторный, безмерный, и свободный от враждебности и недоброжелательности. Вот как вы должны учить себя. Естественно, принять это довольно тяжело. Как можно любить насильников и убийц, мучителей и тиранов? Как можно любить тех, кто режет нас на куски двуручной пилой, как в прямом смысле, так и в переносном? Это кажется противоестественным и отталкивающим, но лишь потому, что идет в разрез с нашим инстинктом. Инстинкт не задается вопросом о том, какой настрой был бы нам полезен. Он просто следует шаблонной программе, возраст которой насчитывает сотни миллионов лет. Мы считаем, что кто-то ведет себя неправильно, и мы злимся. Нам кто-то очень симпатичен, и мы его любим он делает что-то не так, как мы хотим, и перестает быть нам симпатичным, наша любовь тает. Эта программа не является выбором. Мы с ней рождаемся, она принудительна. Духовная практика есть то, что противостоит жесткости, узости, ригидности, слепым и наивным автоматизмам. Она учит свободе, пластичности, гибкости, широте. Она образует на пути реакции препятствия и трансформирует их на основании ясного и панорамного видения ситуации. Потому духовная практика так парадоксальна. Нас пилит пилой и ненавидят, а мы окутываем и своего истязателя, и весь мир вместе с ним энергией метта. Это парадокс, даже дикость. Но, как уже подчеркивалось, ситуация кажется таковой лишь с позиции укоренившихся привычек. Ведомый реакциями интеллект очень быстро сочиняет легенду в защиту тех самых реакций, под чью дудку он безостановочно пляшет. Он находит для ненависти благовидное оправдание – при всех многочисленных вариациях подобных оправданий основная линия аргументации выглядит следующим образом. Любовь не способна к борьбе и сопротивлению, потому ненавидеть дурных людей полезно. Ненависть позволяет нам давать отпор. Она дает возможность очищать мир от той скверны, что эти негодяи несут с собой. Без ненависти и злобы враги одержат над нами победу. Все убийцы, тираны, мучители и агрессоры мира будут наслаждаться абсолютной вседозволенностью, если мы не обрушим на них свой праведный гнев. Сперва это звучит весьма убедительно. Мы поспешно соглашаемся и одновременно ощущаем, как реакции и привычки восприятия тянут наше внимание прочь. Но вот стоит нам подольше задержать свое внимание на этих рассуждениях, как хлипкий карточный домик из доводов в защиту ненависти разваливается. Прежде всего, любовь никак не противоречит оказанию сопротивления. Любовь есть твердость, когда нужна твердость, и мягкость, когда нужна мягкость. Любовь всегда делает сильнее и в ситуациях борьбы, и во времена мира, не следует путать ее с идиотским состраданием. Союз любви и бесхребетности в наших представлениях есть продукт ошибочного понимания ее природы. Так, согласно христианскому вероучению, Бог есть любовь, то есть Бог есть чистая творческая энергия, обращенная ко благу. Но вряд ли у кого-нибудь язык повернется укорить Бога христиан в мягкотелости, слабости и неспособности сделать то, что должно быть сделано. Бог свободен от ненависти и полон любви, но при всем при этом он крайне суров. Он не будет подыгрывать нашим грешкам и не позволит водить себя за нос. Во своей бесконечной любви он не только не свергает грешников в ад, но и вполне может устроить всемирный потоп, или судный день. Ненавидеть вредно, даже когда мы ведем борьбу. Омрачения ума оглупляют нас, сужают восприятие, выводят эмоции и интеллект из равновесия, разрушают разум и подрывают его ключевую способность к контролю. Ненависть есть источник сил и мотивации, и топлива для действия, но это крайне плохое топливо. Оно пропитано ядом. Потому все великие мастера боевых искусств и все великие полководцы в истории учили холодности и невозмутимости, и при планировании боя, и при ведении боя. Те, кто планируют сражения сгоряча, проигрывают. Те, кто ведут сражения в ослеплении и во власти своих эмоций, также проигрывают. Ясность, панорамность видения, невозмутимость, спокойствие и возможная благодаря ним ювелирная точность действий ⁇ есть самый надежный путь к победе. Ненавидеть своих врагов и всяческих негодяев ⁇ значит взращивать в себе то самое, что лежит в основании осуждаемых нами поступков мы впускаем в свой ум и напитываем энергией силы, которые и заставляют этих людей совершать деяния ненависти и невежества. И пока наш ум затуманен ненавистью к врагам, мы ничем от них не отличаемся. Мы такие же пешки инстинкта, как и они, просто в данный момент находимся на противоположной стороне доски и волею случая играем за другую команду. Чем более человек ослепляет себя ненавистью к негодяям и злодеям, тем ближе к ним он становится. Вскоре он утрачивает остатки трезвости рассудка и сам совершает поступки ничуть не меньшей тяжести, чем те, что так презирают. На Западе намного большей известностью, чем аналогия Будды с пилой, пользуются слова Христа из Нагорной проповеди, Христос говорил так, Вы слышали, что сказано, Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца Вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему, восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Истинная любовь способна к проявлению жесткости и твердости, ибо, будучи основанной на истине, она разумна и прозорлива. — это еще одна характеристика любви, которая противоречит ее расхожему истолкованию как чего-то импульсивного, глупого и чуждого всяких соображений. Мы любим врагов и учим любить врагов не из порыва сердца, случайного и возникшего на пустом месте, а потому что это закономерное выражение нашего ясного видения ситуации. Любить врагов полезно, а ненавидеть их вредно. Это полезно и для нас, и для них, и в борьбе, и в мире. Ахимса. Принцип ненасилия. Мы испокон веков верили, что задача жизни состоит в том, чтобы найти неких особенных и крайне симпатичных нам людей, а затем вцепиться в них покрепче и начать их любить. Когда нам говорят, что любить нужно всех, что любовь тотальна, а цепляться не нужно, нам кажется это натяжкой и романтической фантазией. Мы также всегда старались выяснить, кого в этом мире правильно ненавидеть и на кого нужно обрушить всю ярость и скверну собственной души. Когда нам говорят, что никого не нужно ненавидеть, мы пребываем в не меньшем недоумении. Порой мы поступаем даже хуже. Мы соглашаемся с этими прекрасными словами, как с очередной банальностью в духе той, что изрек Хаксли, но все равно продолжаем действовать по-старому. Да, ненавидеть врагов это плохо, но я все равно буду ненавидеть. Так уж я устроен, любить негодяев мне не под силу. Я даже горжусь этим. Ненависть меня питает, бодрит, это мой наркотик. Да, быть немного добрее это хорошо, но мне это просто не подходит. Не сейчас, не в данном случае, как-нибудь потом. Может быть, я займусь всеобщей любовью на пенсии, когда все мои враги будут повержены. Примечание. Вся информация о психоактивных веществах предоставлена в рамках биографической справки о Болдесе Хаксли в образовательных целях и не является ни одобрением их употребления, не призывом к их употреблению. Друзья, полные версии новых подкастов и статей, начиная с 78 выпуска, доступны только по дополнительной подписке. В свободный доступ, тем не менее, выкладывается первая часть каждого материала, порядка половины или двух третей от написанного. Этого достаточно, чтобы служить главной цели писем к самому себе, приводить мысль в творческое движение, отвечать на ряд важнейших вопросов нашей с вами жизни и ставить лицом к лицу с новыми. Если же вы не только находите мою работу полезной и интересной, но и хотите взять от нее максимум и помочь дальнейшему развитию, сделать это можно путем ежемесячной подписки ВКонтакте на Patreon или Бусте. Стоимость обычного варианта – 250 рублей в месяц или 3 доллара на Patreon это открывает вам полный доступ к материалам и возможность скачивания подкастов на соответствующих площадках. При продвинутой подписке за 800 рублей или 10 долларов на Patreon вы получаете приглашение в закрытую группу в Telegram для обсуждения всех беспокоящих нас вопросов, не обязательно и не только по тематике писем. Все ссылки вы можете найти в описании подкаста. Спасибо.